Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Мы продолжаем говорить о целлюлите, и сегодня вторая часть видео, в которой я вам расскажу о всех нюансах силового тренинга и кардио, а также расскажу о добавках, какие добавки необходимы в войне, в борьбе с целлюлитом и с жировыми отложениями. В первой части мы разобрали все вопросы касательно питания и все, что с этим связано. Обязательно, настоятельно рекомендую вам ознакомиться с первой частью перед тем, как начать смотреть данный видеоролик. Такое красивое, но в то же время пугающее большинство девушек на нашей планете и вызывающее отвращение у большинства нормальных мужчин. Но не пугайтесь, все поправимо и зависит, естественно, только от вашего желания и от вашего упорства. От вашего упорства в первую очередь. Не забывайте, что регулярность, постоянство – залог успеха. Ведь если у вас появилась апельсиновая корка, это говорит уже о том, что очень много вы делали неправильно. Ваш образ жизни целиком и полностью привел к тому, что у вас появился целлюлит. Итак, надеюсь, что с питанием мы более-менее разобрались. Переходим к тренировкам. Возвращаемся к утренним занятиям. Что будет полезно и что крайне необходимо делать по утрам? А нам понадобится всего один теннисный мячик. Это шикарный тренажер для всех. Для тех, кто хочет избавиться от целлюлита. Для того, чтобы избавиться от спазм внутренних ягодичных мышц, мышц таза, что зачастую вызывает боли, вызывает защемление нерва, не межпозвоночные грыжи, а именно спазмы таких мышц. И вот именно такой мячик поможет вам в этом. Что нужно делать? Нужно садиться ягодичкой на этот мячик и плавненько ездить по нему, кататься взад, вперед, круговые движения. Будет поначалу больно, но со временем вы привыкнете. И потихонечку скатывайтесь к бицепсу бедра и катайтесь туда-сюда. Делайте это на обоих ягодичных мышцах и бицепсах бедер. Это крайне полезно не только для избавления от целлюлита. Запомните об этом. Следующее, что нам поможет, это вот такой вот предмет. У кого сложности с приобретением такого, но я думаю, сейчас это есть в любом магазине спортивном, и можно купить по интернету, стоит недорого. Если же у вас такого нет и у вас вызывает сложности приобретения такого предмета, я вам советую просто взять 1,5-2-литровую бутылку и пластиковую, заполнить ее водой. Не очень полностью. И также кататься на ягодичной мышце до бицепса бедра и обратно. Для чего мы это все будем делать? Мы это все будем делать для того, чтобы как можно больше крови приходило к нам в ягодичную мышцу, на бицепсы бедер, там, где больше всего у девочек собирается как раз-таки целлюлит и проявляется апельсиновая корка. Вообще, само по себе жиронакопление подкожное и целлюлит в том числе появляется преимущественно в тех местах, где плохо ходит кровь, куда плохо приходит кровь. И вот наша с вами задача, кстати, целлюлитные массажисты этим пользуются, привлечь как можно больше крови к этому месту с помощью теннисных мячиков и с помощью вот таких роликов. А также необходимо делать самому себе подобный массаж, это в принципе может делать каждая девушка, до тренировки 5-10 минут и после тренировки. Не забывайте, потому что с кровью будут приходить еще и гормоны, которыми мы будем наполнять нашу кровь при помощи грамотного силового тренинга. Это все очень важно и все очень полезно.
Еще, друзья, я не сказал в самом начале ролика, скажу сейчас, что крайне необходимо понимать, осознавать и поставить себе вот здесь как программу то, что нельзя стараться как можно быстрее изменить себя. Потому что вы через неделю, через месяц, через два расстроитесь, что вы не стали прекрасной принцессой, хотя жрали, нажирали до этого десятилетиями многие. Друзья, дайте себе время. Дайте время своему организму. Хотите знать, сколько организму нужно, только для того, чтобы начались кардинальные видимые изменения невооруженным глазом? 3 месяца. 3 месяца упорного труда, жесткой дисциплины. Если вы не способны на это, то не начинайте даже. Моя вам просьба, потому что будет только хуже. Тот, кто быстро что-то теряет, еще быстрее набирает потом. А потом ходит и ноет, что тренер не прав, что на него не действуют диеты. Диеты только для больных, понимаете? А если мы с вами здоровые люди, мы не должны стремиться к диетам. Мы с вами должны стремиться к грамотному, правильному питанию. Мы с вами должны стремиться к здоровому образу жизни. Здоровому с точки зрения нормального человека. Это не значит, что вы должны себя ограничивать в чем-то. Нет. Нужно знать основные правила питания и тренинга, чтобы грамотно существовать и получать от этого удовольствие. Если вы не будете получать от себя удовольствие, никто от вас не будет получать удовольствие. То, что нужно любить себя, воспринимать себя такой, какая ты есть, оставьте самой себе. Ни один нормальный мужчина не будет вас любить и хотеть. А мужья, которым приходится это терпеть, просто святые люди. Но это все очень и очень печально. И многие об этом скрывают, не говорят, чтобы не обидеть свою женщину, свою любовницу. Хотя как можно иметь любовницу, которая тебя не возбуждает? Это вроде бы как-то неправильно, да, с точки зрения психологии. Ну ладно, все это шутки, отвлеклись. Что касается тренинга. Вот, надеюсь, вам видно, перед вами на доске я уже набросал легкий план, которого нужно придерживаться. У нас будет 2 разные тренировки. Первая и вторая. Которую будет нужно делать? Первую в понедельник, вторую в среду. В пятницу при таком режиме будет другая тренировка, я о ней расскажу чуть позже. Либо, если вы тренируетесь вторник, четверг, суббота, то первая тренировка во вторник и, соответственно, вторая тренировка в четверг. Итак, основные правила. Силовая часть тренинга, вот, силовая, не включая заминку, разминку, должна быть 50 минут. Но это должны быть 50 минут мощных, хороших тренировок. Не сидения в телефоне, а работы. Итак, экстензии и гиперэкстензии. Это то, что нужно делать на каждой тренировке. Экстензии до тренировки, гиперэкстензии после тренировки. Экстензии – это когда ноги закреплены, а двигается корпус. Гиперэкстензии – наоборот, когда закреплен корпус, двигаются ноги. В идеале на одной тренировке мы делаем экстензии на 10-12 повторений с приличным отягощением, где-то в 4 подходах. На другой тренировке мы делаем экстензии уже на количество повторений без веса. Это должно быть 20 повторений в тех же 4-5 подходах. То же самое с гиперэкстензиями, но уже в конце тренинга. Естественно, все это должно делаться после общей разминки. А экстензии всегда включаются в общую разминку. И гиперэкстензии включаются в заминку. После каждой силовой тренировки мы будем делать с вами выпады. Выпады крайне необходимы. Они также стимулируют огромное количество крови по всем ногам. Но выпады нужно делать именно в ходьбе. Как делать выпады? Делать их с весом или без веса – это ваш выбор. Я рекомендую тоже делать один подходик в один день с весом, другой без веса. Соответственно, будет больше или меньше количество повторений. Что важно в выпадах? В выпадах очень важно доходить до чувства острого жжения
в мышцах. И после этого желательно сделать на каждую ногу еще 5 повторений. Это с гарантией будет приводить необходимое количество гормонов, которые мы выбросим с помощью силового тренинга, к нам в под кожу, именно в тех местах, где нам нужно избавляться от целлюлита. Итак, запомнили, да, вот это, вот наша шапка, для чего она? Когда вы отзанимаетесь 1-2 месяца, добавьте еще к выпадам, можно делать перед выпадами, ягодичный будет вообще убойно. Вы будете настолько мощно и концентрированно накапливать гормоны в ягодичных мышцах, а потом выпадами гонять их по ногам, что эффект будет колоссальный и начнется действительно реальное жиросжигание. Но не делайте это сразу, отзанимайтесь 2-3 месяца вот так, перед тем, как включать в эту программу дополнительно еще ягодичный мостик. Если вы новичок, то и выпады делайте тоже после 2-3 месяцев. Значит, если вы новичок, это экстензии, гиперэкстензии и эти тренировки. Через 2-3 месяца добавляем выпады и ягодичный мостик. Переходим к тренировкам. Первая тренировка – это приседы. В широкой стойке, с разведенными носками в сторону, глубокие. Ни в коем случае не садитесь высоко. Мы только будем портить всю картину, потому что вся нагрузка будет уходить в квадрицепсы. А нам с вами просто необходимо направлять ее в ягодицы и в бицепсы бедер. Запомните, в приседаниях, как и в хорошем сексе, чем качественнее, глубже, тем лучше. Приседы мы с вами также чередуем. Для этого, для всего, что я вам сейчас описываю, необходимо вести тренировочный дневник, как для питания, так и для тренинга. Запоминаем, на одной тренировке мы делаем 15 повторений с более тяжелым весом. На другой тренировке, когда снова вернемся к приседам, мы делаем 20 повторений и 3-4 подхода. Начинайте, естественно, с 2-3. По мере того, как будет у вас появляться тренированность, добавите еще пару подходов. В этот же день, в первый тренировочный день, мы делаем румынскую тягу. По такому же принципу. Только здесь у нас будут повторения немножко другие. Будет 10-12 повторений в одной тренировке, в другой тренировке 15. Соответственно, вес тоже будете подбирать. В эту тренировку еще включаем брусья. Большинство девчонок, особенно с лишним весом, не может отжиматься от брусьев. Поэтому отжимайтесь либо, когда у вас руки за спиной, ноги на полу, со временем поставите их на опору, что увеличит нагрузку на трицепсы, на грудные и на плечи. А также можно использовать маленькие брусья. Такие специальные маленькие брусья. Легче держать руки по бокам, не так выворачивает кисти. Ноги также сначала на полу, если тяжело, сразу ставить их на опору. Вот это наша тренировка. В брусьях 5 подходов по максимуму, но желательно добиться в 5 подходах 15 повторений. Вот это одна тренировочка. Естественно, в начале экстензии, в конце гиперэкстензии, и через 2-3 месяца, если вы новичок, добавляете выпады, и еще через месяц ягодичный мостик. Итак, вторая тренировка. Естественно, все то же самое, разминка, экстензии, в конце гиперэкстензии. Но мы делаем становую тягу, все то же самое, что и с приседаниями. То есть, повторений на одной тренировке 15, на другой тренировке для становой тяги 20. Good morning, второе упражнение, это наклоны со штангой на спине. В принципе, те же румынские тяги, но немножечко в другом исполнении. Делаем по тому же принципу, что румынская тяга. И в эту тренировку у нас включен турник. Это лучшее упражнение, в принципе, для всех, для спины и для бицепсов. Что для парней, то и для девчонок. Как вы видите, схема тренинга очень проста, но именно она максимально быстро поможет вам делать то, что вы делаете, и получать от этого максимально, как вы хотите, быстрый результат. Еще, друзья, что я здесь не написал, но запоминайте. Мы делаем после общей разминки, после экстензий
и перед приседами, и перед становой тягой, для того, чтобы еще быстрее выбросить гормоны в кровь, 5 мощных выбеганий. Если у вас, конечно, есть такая возможность. Если нет, попытайтесь ее найти. Как это делается? Нужно около 10-15 метров с низкого старта пробежать максимально быстро этот отрезок. Максимально быстро, настолько, как будто от этого зависит ваша жизнь. Как будто стая диких волков гонится за вами и хочет разодрать ваши ягодичные мышцы. Нужно максимально ускоряться. И где-то минуту возвращаемся, отдыхаем, делаем 5 таких выбеганий. Это невероятно поможет вам в борьбе с ожирением, с избавлением от жира и особенно в борьбе с целлюлитом. Еще, когда пройдет 3-4 месяца, добавляйте такую тренировку, естественно, после разминки, и можно будет делать и экстензии, и гиперэкстензии до и после, но делайте ее в отдельный день от силового тренинга, то есть между этими тренировочками. И делайте как минимум 10 таких выбеганий, но уже с 2 минутами перерыва между самими ускорениями. Только прошу вас не сидеть, лучше всего медленно ходить между такими ускорениями, между такими выбеганиями. Насколько это эффективно, описать просто невозможно. Настолько это эффективно, насколько редко. Серьезно, только в обратной пропорции. Мало кто это делает, единицы это делают. Но кто это делает, получает колоссально быстрый и очень качественный результат. Вы будете чувствовать, как кровь просто бурлит, кипит. Не забывайте, да, приводить потом эту кровь к нужным вам местам. Это может быть живот поглаживаниями, бедра, бицепсы бедер, ягодицы. Все это вы можете делать сами. Если ваш партнер будет вам помогать, это будет просто замечательно. Будет сближать вас и, естественно, будет вам больше пользы. Потому что, когда кто-то делает, особенно любящий человек, это совершенно другая энергетика, совершенно другой подход к делу. Итак, друзья, с этим мы разобрались. Мы понимаем первые 2 тренировки. Если вы новичок, вы должны чередовать эти тренировки. То есть понедельник, среда, пятница. Либо вторник, четверг, суббота. Соответственно, на следующей неделе будет наоборот. Синих тренировок будет 2, а зеленых 1. Когда вы оттренируетесь 3-4 месяца, а если вы уже не новичок, то, как я говорил выше, понедельник, среда, а в пятницу делаем круговые тренировки. Тренировки эти есть у меня в статьях и в видеороликах. Обязательно, настоятельно рекомендую ознакомиться, что из себя представляет круговой тренинг. Это не кроссфит, это не бегание бездумное от тренажера к тренажеру, от штанги к штанге. Нет, друзья, это сделали подход одного упражнения, отдохнули в идеале до восстановления дыхания и переходим к следующему упражнению. Ни в коем случае, никогда, если вам кто-то советует, какой бы это ни был специалист, не делайте упражнение за упражнением совершенно без пауз отдыха. Это настолько вредно, что вы представить себе не можете. Это убивает ваше сердце, но это может привести и к смерти. Именно поэтому очень много кроссфитеров умирает на соревнованиях. Даже на ихнем сайте есть эта информация, Рибака. Потому что мышечные волокна при таком тренинге отрываются, попадают в кровоток, попадают в почки и смерть. Вам это нужно? Я вас предупреждаю, как поступать с этой информацией, делать только и решать только вам. Итак, друзья, мы поняли, разобрались с питанием, с тренировками. Теперь только ваша воля, ваше желание, ваше упорство. Давайте, сфотографируйтесь сегодня, а завтра начните тренироваться. И через 3 месяца сделайте повторные снимки. Да, на этот период постарайтесь не смотреть на себя в зеркало. Купайтесь, переодевайтесь, не смотрите в зеркало, ни в коем случае не мерите себя, не взвешивайтесь. Прошу вас, 3 месяца, потому что это у неподготовленного человека может вызывать настолько негативное отношение к тому, что вы делаете, что вы представить себе не можете. Прошу вас, никаких измерений,
смотрении в зеркало, фотографировании и сравнивании. Первые 3 месяца дайте своему организму начать изменяться, начать улучшать вас к лучшему, идти к идеальной фигуре. Это очень-очень важно. В моих видеороликах «Выбросьте весы», «Как контролировать процесс» я объясняю это очень подробно, почему так происходит. Кратце скажу, что когда вы, особенно если вы новичок, начинаете тренировки, особенно с железом, поначалу вы можете даже весить больше и немножечко на какой-то период увеличиться. Но это говорит только о том, что вы поступаете правильно. Но я понимаю, что любой человек, который хочет похудеть и начинает что-то делать по моим или каким-то другим советам, и видит, что процесс как будто бы идет в другую сторону, может вот опуститься руки. Но, друзья, так и должно быть. Девчонки, не переживайте. Поэтому лучше воспользуйтесь советом. Сделайте фотографии сейчас и через 3 месяца. И потом вы пришлете их мне, вы даже будете выкладывать их у себя ВКонтакте, в Инстаграм. Только по той причине, что вы будете колоссально удивлены, насколько вы изменились. Если вы будете каждый день вставать на весы, смотреть после каждой тренировки, обмеряться, поверьте, вы не выдержите больше недели, максимум 2. Это мой вам совет. Очень хороший совет. Хотите, чтобы был еще больший результат, сфотографируйтесь в купальнике до тренинга сегодня, да? И сегодня выложите их в соцсетях. И читайте всю эту негативную информацию, которой тролли и другие глупые люди будут вас поливать. Вы настолько, если вы здравомыслящий, грамотный человек, будете мотивироваться этим, что настолько изменится ваш организм в течение этих 3 месяцев, что вы просто не узнаете. И когда вы выложите потом фотографии уже после проделанной работы, вы получите колоссальный экстаз от того, как эти тролли заткнутся. Но это экстремально, я понимаю, что единицы только способны на такой серьезный шаг, но этот шаг действительно поможет вам. Потому что большинство из вас не хочет выступать на соревнованиях, а соревнования сами по себе являются мощным стимулом, побуждением к тому, чтобы не нарушать режим, не нарушать диету, не есть перед сном. Тот, кто не имеет такой возможности, должен воспользоваться имеющейся возможностью. Выставите свое жирное тело на всеобщее обозрение. И вы как можно быстро его измените. Вот это секрет, реально большой секрет быстрой трансформации. Мы поговорили о питании, поговорили о тренинге. Надеюсь, я ничего не упустил. Сейчас я немножечко расскажу вам о добавках. Упустил. Вспомнил. Классическое кардио. Если вы придете в 100% в залах, то практически 100% тренеров и инструкторов и людей в окружении скажут вам, что вам нужно делать. Друзья, это полная чушь. Люди просто не следят за современными исследованиями в нашей индустрии. Они просто не понимают того, что происходит. Классическое кардио пережигает больше мышц, чем жира. Да, и метаболизм раскручивается только на момент выполнения самих кардиодвижений. Но на самом деле никакой пользы для этого нет. Ни для вашей сердечно-сосудистой системы, ни для чего. То ли дело силовой тренинг. Научно доказано, что после силового тренинга как минимум метаболизм ваш раскручивается на 12 часов. А в большинстве случаев на 24 часа. Не убивайте свое желание, свой прогресс классическим кардио. Помимо всего прочего, все мои ученики не делают классическое кардио. Если кто-то и делает, то чувствует, и я тоже когда делал по глупости, колоссальный жор. Настолько сложно удержаться от жора после классического кардио, что большинство из вас опомнится только вечером или ночью сидящим и жрущим все, что есть в холодильнике. Не нужно этого. Забросьте классическое кардио. Хотите более подробную информацию? Почитайте мою статью на сайте «Классическое кардио», «Интервальное кардио», «Мифы об этом», и вы поймете, что все это ересь, которая мешает вам. Для тех, кто скажет, что а как же профессионалы? Большинство профессионалов, в том числе и девчонки, сидят на фармакологии. И чтобы поддерживать большую массу, им нужно очень много есть.
А чтобы очень много есть, им нужно как-то раскручивать свой метаболизм, поэтому они делают классическое кардио. Но если вы посмотрите на тенденции современности, то вы увидите, что большинство профессионалов отказываются от классического кардио. Тот же Фатеев после недавнего Арнольд Классик сказал, что это было глупостью делать такое большое количество кардио. Я общаюсь со многими людьми, и поверьте мне, если вы хотите максимально наращивать мышечную массу, при этом, если вы мужчина, сохранять сухость, то вам кардио не нужно. Все зависит только от питания. Силовой тренинг дан нам для того, чтобы мы изменялись, трансформировались. И для парней, и для девчонок. И только питанием мы регулируем, увеличиваем мы массу, либо уменьшаем. Запомните об этом. Кстати, очень вредно просто ничего не есть, я об этом говорил, или не тренироваться, а понижать калории. Это очень вредно, потому что приведет только к накоплению жира. Организм включит стрессовые гормоны, и вы будете накапливать. Ни в коем случае не будет организм отдавать. Если будет отдавать, то это будет только с точки зрения организма излишки мышечной массы, которые требуют сами по себе калорий на поддержание. Зачем? Зачем нам этот лишний балласт, подумает организм, и вы превратитесь в еще более жалкое существо, чем до того, как начали тренировки. Никакого классического кардио. Грамотное питание, грамотный силовой тренинг. Все, что вам нужно. Итак, добавки. Про аргинин я вам уже рассказал. Что еще очень сильно поможет вам? Это аминокислоты БЦА. Действительно, аминокислоты БЦА очень качественно улучшают восстановление и продлевают именно силовую выносливость. Попробуйте это. Единственное, почему люди не получают пользы, не чувствуют именно положительный эффект БЦА. Просто нужно есть минимум 20 грамм в сутки. Мало кто может себе позволить. Желательно так же, как и аргинин, получать БЦА в порошке, без красителей, без вкусовых добавок. Это крайне сложно, но это можно найти, если постараться. Ну, если уж на то пошло, нет у вас возможности найти без красителей, точнее без вкусовых ароматизаторов, покупайте без красителей. Без красителей встречаются. Сейчас, конечно, большинство производителей добавляет в БЦАшки ароматизаторы, просто чтобы не было так противно. Но я настолько привык уже, я даже люблю этот горький привкус. Но, к сожалению, действительно очень сложно найти качественные, хорошие БЦА без каких-либо добавок. Обязательно на этот момент необходимы еще две добавки. Это витамин D с кальцием и селен. Эти две добавки вообще необходимы просто для нормального здорового существования. Особенно в наш современный век, когда в питании селена практически нет, а витамин D мы не получаем даже от солнца. Хотя современные медики говорят, что все равно необходимое количество витамина D сложно получить и практически нереально получить, даже если мы будем каждый день загорать. А вот рак кожи, в принципе, практически гарантирован. Что еще можно посоветовать? Витамины. Простой комплекс витаминов. Если вы живете в России, то лучшим для вас выбором будет, если это аптечные препараты, Алфавит. Все остальные ерунда. Либо GNC, спортивный магазин. Я слышал, что в России появилась эта марка. GNC это одна из лучших, это одна из первых, кто начал, вообще первые, кто начали выпускать такие витамины. Покупайте, есть отдельно для мужчин, отдельно для женщин. Эти витамины реально работают, проверено уже и мной, и женой, и тещей, и всеми нашими знакомыми. Лучший мой совет, по крайней мере, мой выбор, это витамины от GNC. В принципе, все, и D, и селен, эти добавки вы можете покупать в этой компании. Если, конечно, они есть у вас. Там, где вы живете. Это лучший выбор. Про воду я сказал. Что нужно знать про витамины? Ни в коем случае никогда нельзя их пить, принимать на пустой желудок. Только после еды, а лучше всего в середине завтрака.
Еще я бы советовал, настоятельно рекомендовал всем делать вечерние уколы витаминов группы В. Во-первых, это избавляет от прыщей, от акне и само по себе очень сильно помогает. Особенно, когда вы будете находиться вот на таком жестком процессе избавления от целлюлита. Это действительно очень серьезный процесс. Настройте себя, друзья, настройте девчонки, но вы получите колоссальный эффект, колоссальный результат. Это я вам гарантирую. Желательно сделать фотографии, и я жду отчеты от всех вас, кто посмотрит этот ролик. А я, надеюсь, не зря здесь стою, не знаю уже сколько говорю. Обычно мои ролики короткие. Но лето, тенденции требуют. И этот ролик я снимаю в первую очередь для того, чтобы вы не делали ошибок. Сейчас появится огромное количество всяких псевдотаблеток, псевдопоясов и еще непонятно чего. Запомните, корсеты, доказано, они не помогают. Они наоборот только вредят вам. Корсеты могут привести даже к межпозвоночным грыжам. Они ослабляют мышцы кора. А помните, в начале ролика я вам говорил, что мышцы кора крайне важно нам иметь крепкими. Никаких корсетов, особенно утягивающих. Это вредно. Итак, друзья, это основное, что вам понадобится. Я знаю, многие спросят, а как же L-карнитин? Да, вы можете купить, принимать L-карнитин. Если вы это сделаете, я вам настоятельно рекомендую, чтобы он был в ацетиловой форме. Ацетил L-карнитин, так и должно быть написано на баночке. Про БЦА тоже, они все должны быть в L-форме. В принципе, про все это у меня есть отдельные ролики, вы можете найти, посмотреть, как выбрать качественный продукт. Почему L-карнитин не обязателен? Потому что большинство, ошибаясь, думает, что это жиросжигатель. Нет, на самом деле L-карнитин действительно полезен. Он полезен в первую очередь для тех мышц, где очень много митохондрий. Для сердечной мышцы он тоже полезен. Если вы не ограничены финансово, покупайте и принимайте его. Но помните, что это ни в коем случае не жиросжигатель. Он работает как? Он захватывает уже отделившиеся в кровь жировые капсулы и помогает их утилизировать в энергию. Но запомните, если вы неправильно питаетесь, если вы сильно переедаете, то вся эта лишняя энергия потом опять-таки уйдет куда? В жировые депо, где отложится в виде жира. Именно поэтому сами решайте, принимать вам L-карнитин или нет. По вопросам предтреников и жиросжигателей. Нету современных жиросжигателей, которые действительно работают. Поэтому не тратьте деньги. Забудьте, не присылайте мне вопросы от такой вот. Нету сейчас жиросжигателя, если только вам в Америке не выпишут. Здесь есть такая услуга, доктора могут вам выписать настоящий жиросжигатель с эфедрином. Потому что только жиросжигатели с настоящим эфедрином работают. Все остальное чушь. Максимум термоджей. Что касается предтреников, ни в коем случае их не пейте. Ни в коем случае. Это приводит только к побочным эффектам. Это очень вредно для сердца. Нам это не нужно. Лучший предтреник – это аргинин. Выпейте его на пустой желудок за 30-40 минут до тренировки, и вы убедитесь в этом. Ну что, друзья и девчонки, желаю вам максимально быстро, но главное, качественно трансформироваться, избавиться от целлюлита, радовать нас летом своими прекрасными фигурками, попками. Потому что мы, мужчины, очень это любим, это повышает наш уровень тестостерона, что, естественно, положительно скажется и на вас. И еще один совет, исходя из того, что я сказал выше. Тестостерон, он полезен не только для мужчин, но и для женщин. Поэтому, если у вас есть возможность, принимайте Ливзею в любой форме, кроме таблетированной. Потому что таблетированная форма не будет вызывать выброс тестостерона. Не бойтесь этого, вы не станете мужеподобной, но это крайне ускорит все то, к чему вы стремитесь. И жиросжигание, и мышцы станут лучше, и кожа лучше, и ногти укрепятся. И все у вас будет хорошо. Друзья, увидимся с вами в тренажерном зале. А девчонки, надеюсь, вы порадуете меня своими фотографиями после того, как пройдете 3 месяца от завтрашнего дня, как вы просмотрите это видео. Всем пока, увидимся в тренажерном зале.
Берегите себя, свою психику. Это самое важное, что должно быть в жизни. Получать от нее удовольствие.